знаешь людей. Я тоже. В смысле голосовать? Мы с вами что-то правильный выбор делаем. Короче, ребят, давайте еще раз. Я тоже думаю, лучше еще раз нормально сыграть. Река Ингул впадает и сливается с Южным Бугом. Здесь это очень хорошо видно. Предприятий достаточно. Много, как я сказал, оборонного назначения. Ну, например, Николаевский судостроительный университет. Да, Павел Андреевич, он с вами, он с вами. Здесь физики и математики. А вы Якубович? А вы Якубович? А что Якубович? Ну, у вас усы очень на него похожи. Якубович далеко до меня. Він... Это Сталин. Так, сначала сюда моя группа ко мне. Отсюда начинаем осмотр. Я здесь расскажу. Пару предложений, чтобы знали, где мы находимся. Вот это внизу, это речка Арбузинка. И по названию этой маленькой речушки и называется каньон. Арбузинский каньон. Мы находимся где-то посредине этого каньона. Сейчас я вам подойдем за мной тоже аккуратно. Я вам покажу самое глубокое место. Там до 45 метров. Вот здесь 45 метров. Рома, 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 без фанатизма. Кристина, давай, давай, вот так, вот так. Не-не-не-не-не-не. Вони були в центрі самому в центрі українського щита були ближче, він якби туди до центру, центру України, а там було б більше підвищити.
Так, а вот и дождик. А вон наш автобус. Вон он где, смотри. На горизонте. Ничего себе. А мы с тобой сейчас промокнем. А мы не к тому автобусу пошли, смотрим, что тут чужие люди. Я думаю, вроде сзади шли, думаю, что что-то нету и нету. По мертвому воду, а чуть ниже по течению стоял этот военный лагерь и неприятели. И вот они насобирали всяких ядовитых трав на этих вот каньонах на речке, сделали такой отвар и затем вылили ее в реку. Ну а те, кто был ниже по течению, эти турки... брали эту воду. Тоже прочувствовал. Андрей, Денис тоже с нами. Денис с нами, Денис мысленно с нами. А, вы прямую Денис, трансляцию проводите? Нет, мы просто разговариваем. А, Денис, привет тебе. Сейчас еще дождик может пролиться. Он как грохочет. Все, я сделала фото, я ухожу. Стоишь, закатишься. Егор, это хороший парашют, слышишь? Только не сделай такое селфи, как в прошлом велопоходе. Это опять не селфи, я фотографировала как раз. Так, с меня 10 гривен. Как водичка? Вода вкусная. Кажется, это Швепс. Рома, это вода. Берите ведро. Рома, за ведро. Я мужчина в дроте. Могу взять урочки какие-то. У меня баран какой-нибудь или еще кто-нибудь. Очень я хочу. Не вот давайте.